Свой пляж с пирсом, берегом для рыбалки, парусной регатой и даже амфитеатром. В поселке Салым жители обустроили береговую линию озера Сырковый Сор. С такой идеей они обратились в администрацию Нефтеюганского района в прошлом году. Первый этап стройки завершился накануне. Отмечу, на осуществление данной мечты югорчан выделили более 23 миллионов рублей. Помогли и власти района, и недропользователи. Рублем вложились и сами сельчане. На пляже установили гамаки, оборудовали пристань, очистили береговое дно, поставили сцену для массовых встреч. А еще обустроили амфитеатр. В нем можно смотреть кино в любую погоду. Завершится стройка через 2 года. За это время здесь появится зона для парусников, площадки для индивидуальных предпринимателей и много чего познавательного для детей и взрослых. И спасательная вышка у нас, и охрана. Но в дальнейшем у нас будет здесь все дальше и дальше развиваться. Будет и музей археологический, потому что здесь очень ценные археологические находки. Регулярно приезжают археологи, проводят раскопки, выставки здесь. То есть озеро действительно священное.